Друзья, если вы обладатель iOS-устройств, как и я, с чем я вас и поздравляю, но бывают такие ситуации, что вы сталкиваетесь с рядом проблем, какие-то системные ошибки, завис на яблоке, на шнурке Apple, либо еще какие-то там ошибки iTunes, перепрошивки вашего устройства, есть решение с данной программой, которую я вам сейчас продемонстрирую. Вы сможете исправить все эти нюансы. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Better than the photos. Nashare iBoot – это инструмент номер один в мире разблокировки и режима восстановления iPhone бесплатной бета-версии программного обеспечения для восстановления iOS 16. Вы здесь найдете все ответы на ваши вопросы, которые вы, возможно, столкнулись с вашими iOS-устройствами. Застрял на яблоке, режим iOS застрял, то есть ошибка iPhone, ошибка драйверов Apple. Проблема с обновлением этого абсолютно решает все. Начнем с того, что программа имеет очень минималистичный и понятный интерфейс. На главном экране расположена кнопка «Начать», «Войти в режим восстановления» и «Выйти из режима восстановления». Дополнительно стоит отметить возможность сбросить подключенное устройство. Для этого нужно нажать на соответствующую надпись в самом низу программы. Подключаем свой iPhone, iPad или iPod Touch и жмем на кнопку «Начать». На следующем шаге нам предлагается выбрать стандартный ремонт или глубокий ремонт. Стандартный ремонт позволяет исправить более чем 150 системных проблем iOS и не приводит к удалению данных. Если же стандартный ремонт не решил вашу проблему, то в этом случае имеет смысл обратиться к глубокому ремонту. Однако имейте в виду, что все данные на вашем устройстве будут удалены. Выбрав ремонт, необходимо нажать на соответствующую кнопку. Затем вам необходимо будет скачать актуальную версию прошивки для вашего гаджета. Выбираем путь сохранения и жмем на кнопку «Скачать». Теперь можно заварить себе чая или посмотреть сериал, ведь прошивки весит немало, придется подождать. Затем нажимаем на кнопку «Начать ремонт», и программа начнет поиск и исправление проблемы. Нажимаем на кнопку «Сбросить устройство», и тут тоже возможно несколько вариантов. Первый – это сбросить к заводским настройкам, то есть смартфон будет как новенький из коробки. Второй пункт – общий сброс. Сбрасывает настройки вашего смартфона по умолчанию, что помогает решить некоторые проблемы. Например, проблемы с сетью и уведомлений. Вот и все, друзья. Вот так вот, в принципе, все решается. Доступно просто. Все полезные ссылки в описании под видео, в закрепленном комментарии. Точно так же в описании под видео вы можете найти ссылку на мой телеграм-канал, где у вас появится возможность зарабатывать с различными проектами. Практически без вложений. А есть проекты, которые вообще без вложений. Поэтому ныряйте, подписывайтесь, буду всем рад. Подписка на канал, прожмите колокольчик. Дальше больше, скоро увидимся. Only you to try.